Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Праздники прошли. На 23-е я поздравил всех мужчин, на 8-е всех женщин. Но я не поздравил одного человека. Он, конечно, не обидчивый, но все равно как-то нехорошо получается. Человек-то он вроде бы неплохой, не занудный и даже веселый. Не курит уже 20 лет и последних 2 года не пьет. Да к тому же он очень любит рок-музыку. В общем, наш человек. И зовут его Волощук СД. Поэтому 22 марта, прямо в 59-й день его рождения, я хочу лично поздравить его и в качестве подарка спеть ему свою новую песню, которая называется «В нужном ритме». Это мое пожелание ему, в каком ритме надо жить. И если вы хотите присоединиться к моему поздравлению, то подписывайтесь на наш канал. И это будет самым лучшим подарком Волощуку СД в день его рождения.